Добрый день, друзья! Вы снова на моем канале. Сегодня я вам покажу, как я засаливаю сольные помидорчики. Нам понадобится баночка, понадобится соль, сушеные травы, укроп, базилик и корень хрена. На одну баночку я складываю корень хрена. Кладу туда ложку соли. Добавляю сушеные травы, базилик, укроп, чеснок. Потом беру каждую помидоринку и протыкаю ее вилочкой. И складываю помидоринки в баночку. Вот каждую помидорочку я проткнула и утрамбовываю в баночку побольше. Сверху я добавляю лист хрена. И здесь у меня трава, сушеный базилик, чеснок и укроп. В баночку я добавляю сверху ложку соли. И беру чистой родниковой воды. Такая у меня родниковая вода. Я ее профильтровала, заливаю в баночку. И закрываю наши помидорки крышечкой. Вот такие помидорки у меня получились.